Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в Герои Меча и Магии 3. Офигенная, офигеннейшая вещь просто. Культовая, как я уже не раз говорил. И попробовать я решил небольшую карту, на которой мы сейчас и находимся. У нас есть 3 противника. И в прошлой серии мы уже успели огрести так от одного из них, даже от двух походу. Ну, неважно, мы наверстаем и отыграемся еще на них. Я в этом уверен. Почему-то мне так кажется, что мы сможем. Склеп драконов. Хочу ли я склеп драконов или улучшенных дворец тьмы? Я думаю, наверное, улучшенный дворец тьмы. Драконы мне здесь никогда не нравились особо-то. А вот эти вот, это офигенные просто рыцари. Это нечисть, которая проклинает врагов, а наносит удвоенное повреждение. И поверьте, удвоенное повреждение — это просто офигительная вещь. То есть она рандомная, я не знаю, с каким шансом она выпадает, но очень часто. И урон она наносит прям такой бодрый, мягко скажем. И у нас 6-й день, нам надо вернуться в город, войска взять. И я хотел сюда пройти как-то, но тут у нас врагов как не знаю чего. Все 4 врага здесь, я так понимаю, в этих углах. Блин, странно. А смогу я прорваться вот в этот прекрасный какой-то мир? Думаю, вряд ли. Ладно, стой, герой, пока сторожи проходы. Тут у нас плащ. Плащ из драконьих крыльев. Носится на плечах, повышает знания и силу магии на 2 балла. Отлично, у меня сила магии 5. И давайте вот этих вампиров одолеем. Ну, наверное, сначала в город забежим все-таки. У нас основные шахты уже все, кроме золотой. Ну и 4000 приносит префектура, это круто. Враг рядом. Немножко отойдем. Посмотрим, как он себя будет вести. Очень агрессивно, нет? Хочу ли я улучшить вампиров? Или гильдию магов на 2 уровень? Давайте, наверное, гильдию магов. Какие у нас тут заклинания? По крайней мере, удар молнии появится, волна смерти. Уже как-то повеселее. У нас есть медлительность. Неплохо. Что-то есть. Это уже хорошо. Заканчиваем ход. Да, городов, населения, там, полей, морей и рек возросло. О, Сандро, ты тут? Ух ты ж. Нам надо с Сандро драться. Там некроманты тоже. Это уже интересно становится. Улучшаем вот этих ребяток. И теперь смотрим, сколько у нас денег. 8000, не так много. Рыцари смерти, точно. И это 7500. Да. И даже не всем. Один день мы тут тусим и идем тогда на разборки. Забираем рыцари и по максимуму вампиров. Максимум вампиров. Что у нас еще здесь есть такого? Гильдию магов может третью построить. Или нанять еще немного существ. Давайте еще, наверное, немного существ. Вот этих. Все супер. Вот этих вампиров спугнули. Забрали у них вот этот артефактик. Увеличивает доходы на 750 в день. Это неплохо. Теперь надо на врагов напасть. Пойдемте экспансию навязывать. Ты у нас иди, будешь нам подмогу привозить. А тут исследовать земли особо не придется. Все рядом. Склеп тут тупо 10 тысяч надо накопить. Блин. Улучшать я ничего не хочу, наверное. Хочу 10 тысяч накопить. Ну, гильдию только построим. Или нет? У нас ресурсов норм.
По идее, норм. Давайте гильдию. Глянем. Огненный шар, антимагия. Поднятие мертвецов. Ну, так себе. Ладно. Я все равно отхожу. Думал, если вдруг что хорошее, вернусь. Поскакали в атаке. Четвертый день. Теперь сюда. И драконов все-таки, я думаю, построить на следующий ход. Пускай будут. Они нам ничем не помешают. И уровень еще возьмем. Уровень тоже полезная штука. Склеп драконов. И у нас остаются деньги на уровень. Да. Продвинутая мудрость. Четвертый уровень. Артиллерия, она так себе. Дает герою контроль над орудиями, позволяет сделать два выстрела с 50% вероятностью и нанести двойной ущерб. Вообще неинтересно, конечно, мудрость. Мы можем, кстати, сокровищу разграбить. Но я думаю, мы нанесем ответный визит вот этому нашему товарищу, близко расположенному. Где-то тут, блин, его замок. Судя по моему, то в углу, где-то здесь. Я думаю, он будет рад нас видеть. 20 серки у меня явно нет пока что, поэтому улучшенный мавзолей или хранилище ресурсов. Давайте хранилище ресурсов, его, по идее, давно пора было построить. Подзабыл я, конечно, игру. Вот, тут он даже артефакты не собрал. Давайте стырим его артефакты, пускай знает, гад. Усилитель некромантии. Повышает знания некромантии. Давайте все-таки лучше, наверное, тогда мавзолей улучшим. У нас улучшенные личи будут. Это офигенски. Население городов и замков уменьшилось вдвое. Чума. Ну, по идее, она нам на руку. У нас все воины, какие нам нужны были с собой. Так. Так, рыцарь вперед. Вампиры тоже. Все сюда. И давайте посмотрим, как будут атаковать рыцари. Проклятие, по крайней мере. Что тоже круто. И добивай. 15 скелетов, блин, всего лишь. И офигенски мы его потрепали. И получили. Восстанавливает по единице маны в день. Амулетик. И еще что-то было. А, вот кольцо дипломата. Снижает цену, уплачиваемую при сдаче. Ну так, себе относительно полезный. Давайте город штурманем. Кстати, у некромантов еще клево, что у него у расы некромантов есть масса летающих существ. То есть души вот эти, которых у меня сейчас мало. Вампиры. Все это круто на самом деле. Да, у него войск немного, по идее, мы должны как-то справиться. Более у нас есть еще и магия. 40 магии. Есть урон, чем нанести. Допустим, его вот этим ребятам. Два штуки осталось. Шикарно. О, замедлил гад. Замедлил моих вампиров и накидывает им активно. Тут, конечно, вот эти, как их назвать культурно, баллисты умудряются стрелять вообще во все стороны, только им туда, куда нужно. Волна смерти. 40 урона могу вообще всем существам, не относящимся к моим, нанести. Что, по идее, нафиг не нужно сейчас. Давайте монахов убьем. Так, ок. Рыцари у меня пока ничего не могут сделать, пока ворота стоят. Скелеты тем более. И эти ребята тоже. Единственное, могут что-то сделать вампиры, если доживут. Ну ничего, мы их еще подвосстановим, и это не проблема. Так, я не помню, смогу ли сюда пролезть. Быть может, что и смогу, а может нет. Поэтому давайте пока блок. И да, вампиры могут ворваться. Скорее всего, отхватить. Ну, что делать? Такая судьбинушка у них. Давайте подвосстановим. Теперь Вацаха.
вот этот урон на себя прими какой-нибудь. Отлично. Скелетов сюда. Это тоже блок. Ну, ворота разнеси уже, нет. А, плохо дело. Не хочет разносить ворота наша баллиста в упор. 8 маны. Волну смерти, конечно, можем. Можем стрелу волшебную. Можем каменную кожу сделать, кстати. Давайте. Почему нет? Будем изничтожать вот этих врагов. Если мы сейчас этот замок захватим, давайте скелетами затестим. Я не помню, можно ли сюда пролезть. Вот в чем фишка. Да, затестил. Отличный тест. О, у нас здесь брешь. Давайте я наступлю. Получу урон. Почему нет? Скелетов. Сюда. Да, там вампиры все отстрадали свое. И да, я пройти могу походу. И это круто. Раз. И кстати, я хотел заклинание наложить. Фак. Давайте наложим. Каменная кожа. Давайте, ребята. Ты пока жди, зомбачок. Убили уже одного рыцаря. Это не есть супер круто. Давай этих ребят выхлёстывай. И он не, двойной удар почему-то не делает. Обычно они довольно часто его делают. А, у нас маны больше нет. А вот он, двойной удар. Такой мечик появляется, и потом следом урон идет. Причем двойной, соответственно. Клевая вещь. Пока. Конечно, потери не слабые. Но мы захватили продвинутую магию земли. По уменьшенной цене сможем и с увеличенной эффективностью, что круто. Логистика, кстати, тоже крутая вещь, но она нам здесь не особо понадобится. Некромантия. Тоже. Некромантия. 6 скелетов всего лишь подняли, но это не серьезно. Так, что у него здесь понастроено? Да, у него тут дом монахов. Понятно. Но Капитолия я не могу, но по 2000 плюсом он будет мне приносить. И больше от этого города я особого понта не получу. Существенно отсюда брать в свое войско невыгодно, потому что они тут же теряют мораль любую. И пойдемте к себе, наверное. А здесь мы сделаем похитрее. Мы забыл, как здесь выглядит таверна. О, кстати, берем вот эту некроманку. Закидываем. Да, это вот все равно никого не удержит. Скелетов не. А сама она пускай подзахватит шахты, потому что шахты автоматом не становятся моими, их надо еще захватить. А у себя я хочу что-то построить. Так, усилитель некромантии, естественно. Наконец-то. Надо войско привести, да? По нулям доступно. А, чума была, да? Ясно. Тут у нас кто выбежал? Парень какой-то развеселый бегает. Лады, ну мы уже одного противника во всяком случае смяли. У нас сейчас ресурсы должны такой не слабой рекой политься. И это нам помочь определенно должно. Это мы посетить можем. Да, эту удачу повышает, которая у нас не... А, нет, есть. Есть удача у нас. У нас нейтральный боевой дух. Удача у нас может быть. Ну, окей. Дальше. Ты у нас захватывай все его шахты. Здесь мы строим. Что-то строим.
15 тысяч улучшенный склеп драконов. Ну да, я думаю, мы ее построим, конечно, но чутка позже. Преобразователь. А, поместье улучшенное. Пусть будет. Итак, они там земли обыскивают. Кстати, что мне не особо выгодно. Я бы хотел еще кого-то сюда отправить. Давайте это сделаем. Вот почему не тебя. Иди, ты будешь жертвой, если погибнешь, ничего страшного. Это не так важно. И да, тут какой-то артефакт, кстати, неплохой. Ну там через телепорт как-то попасть можно. Ладненько. У нас сколько шахт, которые приносят... как ее ртуть? Мало. Ну, что я могу построить из недорогого и ненужного? Ну, пока что, пускай это, допустим. Я хочу все-таки драконов улучшить. Они мне улучшенные понадобятся. И хочу я еще войск как-то так взять. Все шахты отжали. Отлично. Тут у нас еще что-то. Но это мы посмотрим. А вальт мы. 5000. Вот это нужный ресурс мне используют. Разрытая могила скелетов на 6. Ну давайте их сделаем. Почему нет? Так, основной герой посвящено. Сваливай в замок. Ты героично вали сюда. А ты... Ты чё у нас? Ты вали защищать вот этот замок. 15, а мне надо 20, да, наверное? Да, 20. Но я зато могу вот эту вещь построить. У меня тут уже войны все сплошь поулучшенные. И это очень здорово. Кто тут? Давайте, кстати, скорость врагов подзамедлим, а то я начинаю теряться, кто откуда куда побежал. А это плохо, естественно. Так, беги. Беги в замок. Ты у нас забегай сюда, сюда. Что-то у нас тут полезное может быть, я не помню. Так, сюда, блин, вот оно здание. Хранилище ресурса, дополнительную единицу дерева и руды приносит. Ну, не особо нужно. Ничего не буду строить, ничего не нужно. Ты у нас сваливай. Тебя тут ждут. С распростертыми. И да, у нас же есть еще... как ее правильно назвать? Зомби. Рынок. Мы можем чуток обменять. Блин, нифига тариф какой-то грабительский. Ну, одну я возьму. В любом случае, на этот ход я тогда построю улучшенных драконов. И мне будет пофиг. Почему-то они между собой не воюют, они, наверное, против меня решили скооперироваться. Что-то такое подозрение у меня возникает. Все, драконы улучшенные тоже появились. Вот эти призрачные. Ну, прикольные ребята в целом, но не самые эпичные. Мне всегда больше нравились или архангелы, или какие-нибудь... Граальку я смогу выкопать? Нет, интересно. Или титаны. Архангелы, титаны. Так, такие клевые существа. Блин, тут вообще не пойми что. Ну, беги. Неважно. Так, они тут... О, меня там почти настигли. Так, железный голем плюс 5 единиц. Население выросло, все круто. Выросли так выросли. Я почти пришел. Тут меня кто-то хочет... догнать.
телепорт. Смоемся в телепорт в любом случае. Вуаль тьмы. У нас шахт по две, кроме вот этой лужицы почему-то одна. А, вот я ее, блин, не захватил. Она нужна. Давайте тогда вот этот герой иди. Главное в героях, конечно, не запутаться. То их куча. Так, мы не можем нанять, пока у нас он так стоит. Вот так. И беги. Надо захватить еще эту шахту. Угу. Вот этот герой явно хочет нахлобучить моего. Но надо как-то убегать. И меняем сюда. Улучшаем. Конечно же. Так, и так улучшено. Этих я не улучшал, что ли? Улучшал. А, вы сразу улучшенные, конечно. Все помню. Поэтому нанять. Вампиры. Нанять. Хотя 8 вампиров это несерьезно. Вот этих всех нанять, этих всех. Души нанять. Личей десяток точно нанять. Драконы пусть копятся, их мало. И вампиры пусть копятся, их 8 штук все равно быстро убьют. Это не профитно. Тут 5 этих надо. Давайте рынок. Так, где рынок? Рынок у нас вот он. Поменяем. Так, поменяем на вот эту одну. Пристанище улучшаем. Все у нас духи улучшенные. Как их называют, призраки. Лады. И с таким войском мы можем идти диктовать права вот сюда. А ты в этот момент можешь прийти, наверное, сюда. Ну и ты сваливай в портал. А, это портал в один конец, что ли? Забавно, конечно. Обелиск. Довольно странная карта, конечно, не очень удачная, как по мне. Фак, он пришел за мной. Вот пырь. Лады. Как ты отсюда собрался выбирать? А, нет, это двухсторонний портал, все ясно. Как ты выбраться решил? Ладненько, я во всяком случае посетю. Но намного мне это не открыло. Вот артефакт. Тр-дам! Убегать, убегать. А, никуда я уже не убегу. Что плохо очень даже. Ты у нас беги воевать с этим парнем. Кто у него уже тут какие-то воины там всякие клевые. Сейчас мы тебя нахлобунькаем этими воинами. И да. Что я могу еще сделать? Да нифига. Нифига я не могу больше. Сидим. Заканчиваем ход. И да, мы его нахлобучивают. Ладненько. Ничего, мы поквитаемся за все. Ну а пока давайте на этом закончим. Продолжим наше небольшое прохождение карты героев Меча и Магии 3. В следующей серии. На этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.